Первый из России позвонила Татьяна Тараса. Полагаю, звонок из России для вас далеко не первый? Второй. Я только что очень коротко переговорил с Татьяной Тарасой, и у меня осталось ощущение, что она внутренне поддерживает решение Медведева, хоть и не сказала об этом напрямую. Очень надеюсь, что это действительно так. Мне бы хотелось иметь возможность хотя бы иногда спрашивать у Тарасы совета. Она совершенно невероятный и очень мудрый специалист. Я читала ваши слова о том, насколько сильно вы были поражены просьбой Медведева взять ее к себе в группу, как много времени понадобилось на то, чтобы сказать «да». Когда я на самом начале апреля получил от Жени сообщение с просьбой найти возможность встретиться с ней в Корее, где она тогда каталась в шоу, я ответил, что такая возможность есть, но мне нужно некоторое время. Это время требовалось мне на то, чтобы переговорить первым делом с Трейси Уолсон, поскольку мы работаем в одной команде, а затем и остальными членами нашей команды, включая хореографа Дэвида Уолсона. Нужно было очень четко понять, насколько реально вписать Медведева в команду, то есть увидеть всю картинку целиком, кто продолжает кататься, кто собирается уйти, насколько загружен работой тот или иной специалист. Смогу ли я сам уделять вашей спортсменке столько времени, сколько ей необходимо? Ну и так далее. Как только все мы поняли, что задача реальна, решение было принято.